Король российской эстрады Филипп Киркоров завел новый телеграм-канал, который назвал в честь своей бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой. Киркоров назвал новый аккаунт «Примадон». Певец уже опубликовал в нем первое видео. В ролике артист обратился к рэперу Тимати и сообщил, что едет на Петербургский международный экономический форум. «Тиман, друг мой, бери больше кофе, день обещает быть крайне насыщенным», — заявил Киркоров на видеозаписи. Исполнитель не объяснил поклонникам, почему решил завести новый аккаунт в Telegram. При этом в СМИ предполагают, что его название появилось после словесной перепалки Киркорова и Азамата Мусагалиева в программе «Концерты». В передаче певец назвал себя «Примадон».